Добрый день, это вот я продолжаю показывать. Я давно не вязала, и вот вчера я там что-то довязала, что-то дособрала. Во-первых, фея, вот у меня платье еще не доделано, как видите. И прически тут еще цветы будут. Такая она смотрит вверху вниз, вот ручку у нее. Она может стоять, ручки, ножки вверх, на нанесенном креплении. А это ее прототип, это вот феечка с онлайном. Так, потом вот такой вот котик. Глазки сбились. Вот так. Очень мягкий. Так, дальше. Дальше вот тоже кукла Варенька. Она такая достаточно крупненькая девочка. Буду их рассаживать, чтобы было все аккуратно и красиво. Тоже платье еще не дошито. Мне мама говорит, когда все успеваешь, на самом деле, мало чего успеваю. Так, что еще? Еще вот такой монстрик. Вот он уже готов. Такие декоративные шовчики на нем, глазки, бусинки. Тоже с онлайна, который ВКонтакте идет. Овечка с плюшка. Замечательно вяжется очень. Быстро, ну достаточно быстро и легко, ну за один вечер, думаю, можно успеть. И вот еще у меня такой вот грибок, мухоморышек. Он не вязаный, он слепленный, сейчас немножко резкость наведется. Такой он замечательный, такие вот у него пухлые ручонки. Брошка-значок, такая вот шапочка мухоморная. Шапочка там приклеена, в принципе, вот она еще и привязана. Ушки эльфийские. Сейчас вот это все сфотографирую.